Мы находимся на рыбалке. Сегодня у нас в гостях Дито Бандито. Что вы можете сказать? Как вы себя чувствуете в эту погоду? Отлично, отлично. Мы сегодня будем ловить большую рыбу или маленькую? Который будет прийти. Ну, прийти, которая, да? Да. Это our friend Lucas. Lucas, how are you? He don't speak Russian, but he speak English. Tell me, how you feel now? So good. Мы попытаемся вам показать все подробности нашей рыбалки. Вот здесь у нас черви. Черви, вот. Вот такой вот. Да, вот наш молодой человек, вот там вот, не знаю, это очень мистическая личность, мы до сих пор не знаем, кто это, зачем он с нами поехал. Он отдыхает, отдыхает. Да, отдыхаете вместе с нами. Да, да, да. Вот сейчас я вам покажу обстановку вообще, что здесь происходит. Вот такая вот балка, вот такая вот экстремальные условия, вот дождь, но нас это не останавливает. Как, Дито, как вы, собаки, кого не боятся? Дожди и плохой погоды. Ага, ага. Вот. Плохой погоды, мы рискуем, мы пьем шампанское, точнее водку. Главное не упасть в воду. Вот такая вот атмосфера. Смотрите, вот такая вот. Мы находимся в Грузии. Репортаж «Курчи молчи, драчи».